Казанский университет с рабочим визитом приехала делегация компании IPR Media. Представитель компании предложила идеи для будущей совместной работы с Казанским университетом. Все подробности далее. В рамках встречи Наталья Иванова предложила инициативу «Трансфер знаний». Это ряд мероприятий по стимулированию создания нового контента учебных пособий. Даем возможность преподавателям поучаствовать с работами ненаписанными. То есть мы смотрим, какие дисциплины, над чем работает университет, где та самая прорывная составляющая и где силы университета, в каких направлениях. И дальше уже работаем совместно. То есть вот здесь центр трансфера, руководство университета это курирует, поддерживает, и наша компания как издательство, как площадка. По итогу встречи с руководством университета было принято решение, что в текущий момент центр трансфера знаний попробует отработать инициативу на направлении математики. Также представитель компании IPR Media рассказала о том, что в их организации создано сетевое партнерство университетов-экспортеров. У Казанского федерального университета есть очень интересные свои проекты по русскому как иностранному. Договорились о том, что состоится еще дополнительная встреча, где мы можем рассмотреть возможность вот этого партнерства, да, как сильного партнера, у которого более 6000 студентов, для того, чтобы Казанский федеральный университет мог делиться тоже в том числе своими кейсами, предлагать свои продукты для наших других университетов. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюз.